Областная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о благоустройстве и безопасности дорожного движения в Новосибирске. Поводом послужили многочисленные сообщения в средствах массовой информации и различных пабликах о затоплении улиц города после ливня, который прошелся по городу 25 июня во второй половине дня. Установлено, что на участках дорожной сети на улицах Докучаева, Промышленной, Красина, Моторной, Троллейной, Арбузова, Балтийской, Лермонтова, Каменском шоссе, пересечении улиц Кропоткина и Красного проспекта отсутствует система водоотведения, что при наличии осадков приводит к их затоплению, создает угрозу безопасности дорожного движения и причинение имущественного вреда автовладельцам. Видеокадры, которые заполонили соцсети и телеграм-каналы, действительно впечатляют, а местами даже пугают. К примеру, какие чувства испытывал водитель этой иномарки, плывущий по бурному течению в Калининском районе Новосибирска, можно только предполагать. Становится сразу понятно, что это совсем небезопасно. Вот и прокуратура обратила на это внимание. В целях защиты прав граждан прокуратура области обратилась в Центральный районный суд города Новосибирска с исковым заявлением об обязании органов государственной власти и местного самоуправления принять меры к организации системы водоотведения путем обустройства ливневой канализации. Пока иск находится на рассмотрении. Но вот вопрос. Если суд обяжет мэрию Новосибирска построить ливневую канализацию на указанных улицах, как поведет себя муниципалитет? Согласится ли власть с таким решением?